В воскресенье во многих городах на Тайване отмечали традиционный новогодний праздник – фестиваль фонарей. Во время этого празднования повсеместно взрывают петарды, хлопушки и устраивают фейерверки. Такие ежегодные новогодние ритуалы проводят, чтобы попросить у богов удачу и счастье для себя и для других. Фестиваль привлек множество туристов. Это священно, так как это древняя народная культура и верование. На востоке Тайваня, в области Тайтун, взрывают хлопушки, обращаясь к изображению божества Ханьданье, дарующего богатство. Чтобы избавиться от злых духов и получить удачу на весь следующий год, некоторые участники готовы выносить боль, но многие обезопасили себя шлемами, масками и перчатками. Некоторые даже разработали свои собственные средства защиты. Тут у меня хорошая вентиляция и защита, чтобы искры не попадали в глаза. Происшествие в городе Цзеи на юге Тайваня впервые за 21 год проведения фестиваля фонарей несколько омрачило праздник. Выстрел фейерверка угодил в толпу жителей города и туристов, в результате чего более 30 человек получило ожоги. Всем была оказана срочная медицинская помощь, а правительственные чиновники принесли свои извинения и пообещали выплатить компенсацию пострадавшим.